Я хочу сказать одну вещь, что слава Богу, что на земле сейчас находятся люди, которые его знали и говорят то, что они чувствовали тогда и о чем они хотят вам рассказать. Это не выдумки, это не сказки. Знаете, когда, а вот когда я дружил с ним, он был такой-то, такой-то. Нет, это на самом деле. Вот живое подтверждение. Здесь еще есть одно живое подтверждение. А где Юра? Юра. Юрий Григорьев. Обиделся. Потому что он бакинец, он долго дружил с Муслимом, и он был нашим конферансье. Он знал его очень хорошо. Самый первый концерт у него. Совершенно верно. И вы знаете что? Я еще хотела сказать одну вещь. Я, конечно, не дружу. Мне очень грустно, несмотря на то, что каждый год собирается достаточное количество народу, несмотря на такой холодный день. Здесь постепенно уходят отсюда люди, которые всегда здесь были. Я сейчас говорю о Лене Образцовой, я сейчас говорю о Святославе Белза. Мне очень грустно, что их нет. Но и тем не менее, да, и тем не менее, они здесь. Здесь Людмила Ивановна Швецова, здесь Елена Васильевна Образцова, здесь Святослав Игоревич Белза. Они все сейчас с нами. Царство всем небесное.